студия позитивного мышления и актерского мастерства. Затем фламандный макту Сан-Кубербия. Я накинула шубку. Слушаю концерт. Концерт Надежды Кандышевой. Сейчас буду готовить себе такой завтрак, как в Парижах. Этот немножко эротика. Эти оргазмические потоки. Мою кастрюльку. Поскольку у меня проветривание. Накинула шубку. В общем, овсяночка. Такие вот дела. Они, наверное, думают, что уже развлечение началось. Татьяна Салмановна снимает это в защиту своей чести, своего достоинства. Для Приморского суда Санкт-Петербурга это нужно понимать. Так что вот, guys. Ну да, холодной воды налила, помыла, крупу холодной водички налила. Сейчас я сполоснула штучку. Эта штучка чистенькая. Сейчас помою яблочко. Яблочко это покупала в магазинчике Семишагов. Так что вот, в магазинчике Семишагов. Сейчас порежу яблочко.
розовое яблочко, яблочко зелененького цвета. Сюда. О, мне нужно немножко соль или сахара. Посоли, вообще немножко покрасить надо, ладно. Кашку. Кашку. Ну, не пусто. Потом посмотрю, посолить, покрасить. Я не знаю. Кашка с яблочком, немножко соленая, как это будет? Тарелочку уже помыла. Thank you.
Сейчас я это видео Дерибаски отправлю, после того, как засниму. Ну да. Ой, мы не поняли, она нахуй-то что-нибудь соображает, блядь? Это макароны. Это макароны. Изготовлены по итальянской технологии. Это гречка, я показываю, мои запасы. Гречневая крупа. Из нее гречневую кашу варят. Это нут. Это нут. Я его добавляю, когда варю себе щи. Это красная фасоль. Красная фасоль. Я также добавляю, варю себе щи, борщ, также с макарончиками. Это горох. Показываю вам мои запасы. Это горох. Варю себе гороховый суп из гороха. Это сахарный песок. Это овсяная крупа. Вот это вот овсяная крупа. Вот это вот овсяная крупа. А вот это вот гречневая. Вот это гречневая. Ну, никак не наоборот. Ох, такая эротическая звезда. Они уже думали, знаете, сейчас бабла там срубит вот это нахуй, знаете, вот это вот заебаться, вот это вот на халяву, ёптывую, ну да. А, еще не все. Еще не все, сейчас я здесь себе еще покажу. Вот это вот нахуй, блядь, вот это вот. Все заснимаю, заснимаю. И нихуя, блядь, не заработала. Ну да. Сегодня 13-е. 13 марта. Ну да, 2021 год. Не 12-е, не 14-е, а 13-е число. Ну да, это мой Life Journal. Сценарист. Татьяна Салмановна пишет еще сценарий для фильмов. Кафе красоты да бьюти. А вы что, не видели? Я что, нам написала? Они уже подумали, знаете, вот это, вот увидели. Короче, работаешь, работаешь нахуй. Нихуя не заработала. Все работаю, работаю, все заснимаю, заснимаю видео. Нихуя не заработала. Да, а кем вы работаете, ёпта вы? Мы вообще не поняли, чем вы занимаетесь? Что, дома сидите-то все? А чем вы вообще занимаетесь-то нахуй? Чего там все дома сидите? Все видео заснимаете, все сценарии пишете, нихуя не заработали, блядь. Ну, ёпта вы, объебаться. Все работает, работает, нихуя не заработала. 20 тысяч видео засняла, нихуя не заработала. А место работать-то у вас какое? Где вы работаете-то? Вы нигде не работаете? А, у вас миопатия, вы лечите миопатию, да? У вас миопатия с 1997 года. А, ну понятно, понятно. Поработали вот это вот. Пошли бы поработали. А чё? Чё? Чё дома-то сидеть, блядь? Вон эти вот всё звонят. Это пишут. Вчера тоже звонили. Я не подошла к телефону. 600 рублей. Заплатите по кредитной карте банка Тинькофф. У меня на 7 тысяч рублей. Платеж очередной, 600 рублей. Так что вот.
Ну, они решили, что да, она уже эротический костюмчик надела. Блять, у нее сюда все окей. У нее все окей. Каныч, нихуя не надо вот это вот. Эротический костюмчик надела вот это вот. Так что вот. Это мой лайф-джорнал. Татьяна Салмановна Мактум Сайфу. Так что вот такие вот дела. Сейчас буду кушать. Это 18 минут позитива. Ну да.